Экс-чемпион мира по боксу Роман Кармазин передал свой первый чемпионский пояс в дар Кузнецкому музейно-выставочному центру. Путь в профессиональный бокс Роману открыл родной город, где в декабре 1997 года он провел памятный бой за титул чемпиона мира. Соперник из Мексики был повержен. Я думаю, что он должен быть здесь. Почему здесь? Потому что я его завоевал, это мой первый пояс чемпионский. Да, он не самый сильный, не самая сильная организация. Но это было начало. В дополнение к чемпионскому поясу Роман Кармазин пообещал передать в музей кубок, полученный за проведенный в Кузнецке бой, который был признан лучшим боем года. Это будет первой ласточкой, это первый экспонат от Романа, который у нас навечно поселится в храме истории, в нашем музее. И я думаю, что эти прекрасные чемпионский пояс станет новым экспонатом музейно-выставочного центра. Возможно, для кого-то из юных спортсменов пример именитого земляка будет стимулом для достижения высоких результатов. Я сейчас передаю свой опыт молодому поколению, сейчас я тренер, и у меня была цель стать чемпионом мира. Я им стал. Даже не этого пояса, а другого, более важного, ценного для меня. Мир, который ценится очень сильно. Вот. И сейчас я поставил новую цель стать известным тренером, именно воспитать не одного чемпиона, а десяток чемпионов.